Всем привет! Сегодня будем делать самый безопасный фейерверк. Да, друзья, сегодня будем делать самый безопасный фейерверк под названием фонтан. Но предупреждаем, что химические вещества могут быть небезопасны, поэтому такие эксперименты проводят только взрослые. Для эксперимента нам понадобится обычный древесный уголь для мангалов, аммиачная селитра, советская мясорубка, стружка магния и конус для ниток, для пряжи. Сейчас при помощи мясорубки мы измельчим древесный уголь и аммиачную селитру. Древесный уголь измельчили при помощи мясорубки. Кстати, довольно-таки удобно это делать в файл. Файл надевается на мясорубку и обжимается обычной резиночкой для денег. Ни пыли, ничего нет. Измельченного угля у нас получилось 270 грамм. Это 3/4 состава. И 360 грамм аммиачной селитры. Чтобы получилось 3:4. Также добавим 10 грамм стружки магния. Теперь это все смешиваем. В файлах не только удобно перемалывать, но и удобно смешивать. Сюда же добавляем стружку магния. Теперь все струшиваем и тщательно перемешиваем. Корпус фонтана можно сделать из обычного листа путем скручивания его в конус. Обычный лист скручивается в конус. С последующим наклеиванием еще до десятка листов. Но мы пошли по более простому пути и взяли уже готовый конус для пряжи и с него будем делать корпус. Заклеим верхнее отверстие заглушкой и обмотаем скотчем. Подклеивать будем влагостойким клеем. Приклеила, молодец. Наполняем корпус фонтана смесью и хорошо утрамбовываем. Закрываем заполненный конус заглушками, проклеенными влагостойким клеем. Даша, заклеивай. Какой первый? Не важно, какой первый. Это больше значит... Клей сначала промажь, а затем заклеишь. Как? По краешку. Закрывай клей. Он уж маленький. Приклеивай. Вот здесь вот приклеивай. Клей уже подсох. И теперь для придания устойчивости нашего фонтана увеличим массу основания. Даша сейчас заполнит быстро засыхающим перфиксом. Основание застыло, и мы его украсим аракалом, да? Сделаем его более веселее и более красивее. Осталось просверлить отверстие сверлом по диаметру подготовленного стопина и вставить туда стопин. Засовывай, 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 засовывай. Как можно лучше. Все? Угу. Все. Наш фонтан готов. Где она? Ой, отключилась. Видите? Даш. Красиво, Даш?